Губаха – небольшой город Пермского края. Недалеко от него действует завод компании «Metafrax Chemicals» по переработке природного газа в метанол. Он является одним из крупнейших в Европе. Кроме метанола здесь производят формалин, уротропит и другие необходимые во многих отраслях промышленности химические продукты. Несмотря на близость к городу, производство не наносит существенного вреда окружающей среде. Подтверждением служат результаты постоянного мониторинга и горнолыжный курорт, расположившийся в 5 километрах от завода. В этом убедились и журналисты Ненецкого округа. Процесс производства метанола в компании «Metafrax» полностью автоматизирован. Мозг предприятия – центральный пункт управления. Здесь операторы следят за основными показателями всех систем. Основные задачи – сбор и обработка информации о состоянии производственных ресурсов и объемах планируемых работ. У каждого рабочего места есть инструкция по действиям при любых аварийных ситуациях. Они действуют согласно инструкции, все прописано, продумано. Ну и плюсом, если даже человек ошибается, все равно система управления, скажем так, не дает вмешаться глобально в процесс, она переводит производство в безопасное состояние. Свою историю завод «Metafrax» ведет с далекого 1955 года. В 1984 году завод модернизировали. Была закуплена новая установка, работающая по английской технологии. Она позволила увеличить кратно выработку метанола и улучшить экологию производства. Уже тогда в СССР задумались о будущих перспективах метанола. На начальной стадии в сутки здесь производили 2500 тонн. В результате модернизации показатели увеличили практически на 1000 тонн. Место сбора товарного метанола – базисный склад. Здесь в товарных емкостях сортируется готовая продукция. Весь базисный склад оборудован забором, оборудован видеонаблюдением. То есть так просто нам на склад не попасть. Более того, базисный склад находится у нас в поддоне. Это еще одна защита против пролива метанола. То есть если по каким-либо причинам произойдет пролив, то весь этот метанол останется в поддоне, который впоследствии раскачается. Забота об окружающей среде – одно из приоритетных направлений компании «Metafrax». Для этого ведется постоянный экологический мониторинг, а все цепочки производства модернизируются. К примеру, почти все жидкие и газообразные отходы повторно используются в качестве топлива. Получается, печь реформинга для осуществления паровой конверсии природного газа требует довольно большого притока тепла. И, значит, в качестве топлива, в том числе, вот эти отходы все используются. У нас в связи с этим есть специальный резервуар, где мы собираем вот эти жидкие отходы, потом оттуда, соответственно, насосом подаем на горелки, которые установлены в печи реформинга и выполняют вот эту функцию. Остальные отходы делятся на 3 типа. Первый – твердые. Это катализаторы печи реформинга, срок службы – 5 лет. После их отправляют на переработку. Второй тип – жидкие, то есть вода, которая проходит несколько этапов очистки, ионизацию и процесс нейтрализации. И третий тип – дымовые газы. Они формируются в результате сжигания топлива водородом. По сути, это пар, насыщенный водой. В результате в атмосферу практически не попадают вредные вещества. За источниками выбросов, границей санитарно-защитной зоны, а также качеством самого товара постоянно следят специалисты завода. Отбирают пробы, обрабатывают лаборатории и при необходимости проводят корректировку технологии. Все производства под контролем круглосуточно. Итог: за все время работы предприятия превышение максимально допустимых значений по выбросу вредных веществ в окружающую среду не было допущено ни разу. У нас всегда ниже предела обнаружения. Методика у нас чувствительная, да. Мы для этого делаем 3 пробы в сутки, чтобы сравнить с ПДК среднесуточным. То есть мы не только с ПДК максимально разовый. То есть можно было бы просто выехать единожды, значит, проверить, сравнить с ПДК максимально разовой, а она повыше, чем среднесуточная. Мы делаем несколько раз в сутки, осредняем, сравниваем с ПДК среднесуточной. Ни разу не было такого. Убедиться, что производство метанола безопасно для окружающей среды, можно не только по результатам исследований специалистов. Всего в 5 километрах от предприятия находится горнолыжный курорт. Покорять холмистые высоты приезжают не только жители Пермского края, но и гости из других регионов страны. Это лучший курорт на Урале.
Мы были везде, были в Джигардаке, Завьялихе. Лучше, чем здесь, нет. Здесь самый разнообразный спектр трасс. И в целом курорт развивается очень динамично. С кресельным подъемником очень комфортно стало. А заводы не мешают? Нет, абсолютно. Нет, совершенно не пугает. И уровень сервиса здесь как бы на высоте. Не хуже, чем в Сочи. Даже лучше, скажу, и по цене, и по качеству людей. Метафракс несет ответственность не только за экологию. Предприятие активно участвует в социально-экономическом развитии Губахи. За счет средств компании строятся новые жилые дома, проводится ремонт старых, обустраиваются городские территории. Сегодня Губаха стала центром притяжения. Сюда едет молодежь из разных городов Пермского края. Учиться, работать, заводить семьи. Так, за три последних года прирост населения небольшого городка составил 3000 человек. Для Губахи это серьезный и важный показатель. Город живет, развивается, и у него есть будущее. Анастасия Саботович, Александр Дуркин, Сергей Коньяков, телеканал «Север».